Установка Windows 2000 на современный компьютер. Часть четвертая. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие зрители. Сегодня с вами Сет Смарт. И в этом видео мы рассмотрим установка Windows 2000 на современный компьютер. Мы будем ставить его на современное железо Windows 2000. И это у нас четвертая часть. Мы все пытаемся установить Windows 2000. Для того, чтобы установить Windows 2000, я приготовил вот такой вот образ. И это у нас новое. На новую болванку я нарезал Windows 2000. И это уже сборка. Здесь присутствует обновление. И также здесь поддержка больше 120 гигабайтов жесткий диск. И здесь обновлениями. Это сборка. Попробуем сборку установить. Возможно, он у нас установится в Windows 2000. Я не знаю. Я нарезал на другой диск. Возможно, с тем жестким диском что-то было не так. Возможно, с тем диск неправильно записался. Может быть, USB драйвера какие-то проблемы. Я не знаю. Но я также использую уже другой жесткий диск. У нас это жесткий диск на 160 гигабайтов. На 160 гигабайтов жесткий диск. Вот такой вот рабочий 160 гигабайтный жесткий диск. На него мы сейчас будем устанавливать нашу сборку. Сборку Windows 2000. И это отличается. Тот 120 гигабайтный жесткий диск, возможно, был проблемный. И из-за этого не установились наши самые важные файлы. Может быть, из-за этого мы не смогли поставить Windows 2000. И следующее. Я также использовать буду другой привод. У меня до этого был привод Leon, и с ним были проблемы. Возможно, дисковод был проблемный, он с ошибками записал, и в итоге я нарезал на болванку именно на этот привод. И с этого же привода мы будем запускать на этот привод дисковод. Это у нас самсунговский дисковод. Я считаю, это новый дисковод, я им даже не пользовался толком. То есть у нас новый диск, на новый диск нарезал. И эта сборка отдельно, не тот образ, который у нас был. Отдельно жесткий диск, другой жесткий диск и отдельный привод. Ну что, приступим теперь к этой самой установке. Ведь я желаю установить этот Windows 2000. А вы, наверное, тоже хотите увидеть, что сейчас произойдет. Установится ли этот Windows 2000? Как же это интересно, да? Microsoft Windows 2000 Professional Series Pack 4 плюс Updates, обновление. 1.2 CPU, Integrated May 2009 года. Год выпуска 2000, версия 5.0.2. Разработчик Microsoft Windows NT 5.0. Совместимость с Vista нету, язык интерфейса только русский, таблетка не требуется. Даже серийный номер не требуется, друзья. Это очень хорошо. Системные требования здесь у нас какие? И также краткое описание. Windows 2000 Series Pack 4 плюс Windows 2000 Series Pack 4 Update Rollup 1. Плюс Internet Explorer 6. Series Pack 1 плюс DirectX 9. Март 2009 года. Windows Media Player 9. All Hotfix по май 2009 года. Список исправлений. Давайте откроем список исправлений. Internet Explorer 6. Series Pack 1. DirectX 9. Windows Media Player 9. Windows Media Player 9 кодеки, Windows Media Player 6.4 кодек Package, MSXML. И здесь у нас Adobe Flash Player также имеется, Windows Genio Advanced, Windows Update Agent, Microsoft Update Engine, Root Tools, сертификат, User Profile и Fix 128-127 гигабайтов. То есть Fix присутствует, что можно установить жесткие диски большего объема. Hotfix'ы, эти самые обновления, какие присутствуют. И также вот эти вот самые обновления. Очередная сборка со всеми фиксами. Сборку делал на основе оригинального образа Windows 2000 Series Pack 4 OEM. Главное отличие от предыдущих сборки — это заплатки и отсутствие необходимости ключа для установки. Обновление все с момента выхода. Update Rollup 1 по май месяц 2009 года. После установки Windows Update доступных обновлений 0, то бишь все уже внутри. Сборка тестировалась, глюков не обнаружено. Еще заменил неудобные ручные установщики NetFramework на автоматические. Версии NetFramework, включенные в эту сборку, NetFramework 1.1, плюс Series Pack 1, плюс русский LANG Pack, плюс Hotfix, NetFramework 2.0, плюс Series Pack 2, плюс RusLANG Pack, Hotfix. Внимание, ключ для инсталляции не требуется. Ну что, дорогие друзья, установим нашу сборку, нашу Windows 2000 Series Pack 4, и это с обновлениями. Я приготовил наш жесткий диск, приготовил наш дисковод, и вот наш дисковод
уже подключенным и также наш жесткий диск на 160 гигабайт. Вот наш диск, на который я нарезал нашу систему, операционную систему Windows 2000. Включаем наш системный блок, открываем наш дисковод, подключаем наш диск, закрываем наш дисковод, нажимаем клавишу F11, выбираем наш привод, и он находится первый в списке. Наш привод, нажимаем Enter. Программа установки. Вот это да, установка Windows 2000. Ох, как приятно, друзья. Запуск наших файлов установки. И это другая. Это сборка на основе оригинального образа с обновлениями. Надеюсь, мы его установим. Установим нашу сборку. Я отключил все USB-порты. Я оставил только клавиатуру на PS пополам. И повторно все запустил, переставил в BIOS режим IDE. Все сделал по инструкции, чтобы ничего у нас, никаких ошибок не возникло. Теперь у нас вот начальный запуск. Нажимаем Enter на клавиатуре. Лицензионное соглашение. Нажмем лицензионное соглашение F8. Принимаю лицензионное соглашение. И вот у нас на 160 гигабайтный жесткий диск неразмеченная область. Нажимаем C, создать раздел. Под локальный диск C мы выделяем пространство. 40 гигабайт вполне достаточно. Нажимаем Enter. Второй раздел я не буду создавать, пусть остается как есть неразмеченная область. Мы выделили под локальный диск C 40 гигабайт. Чтобы ничего не возникло, никаких ошибок. Я уже боюсь что-то делать, потому что в прошлый раз ошибка вылезла. И эта ошибка нам не нужна. Только локальный диск C на 40 гигабайт будет у нас. Нажимаем Enter. Форматировать разделе системы NTFS. Быстрое здесь нету, придется ждать. Нажимаем Enter и происходит форматирование. Форматирование локального диска C. Будем ожидать какое-то время. Пусть у нас диск раскручивается, а мы будем только ждать. А теперь у нас происходит копирование файлов. Копирование файлов в Windows. И сейчас у нас должно произойти перезагрузка. Что это? Программу установки не удалось скопировать файл Win32K System. Ну что же ошибка? Почему ты не смог скопировать этот файл? Файл Win32K System. Неужели диск битый? Неужели плохо записался диск? Я проверил, верификацию провел. Диск записался нормально. Что не так? Что не так с этой сборкой? А ведь он должен быть... Если я сейчас Escape нажму, то ничего не будет у нас. Установка будет... Хлам не установлен будет это все. Поэтому этот файл просто не скопировался. Ай. Где наша старая сборка? Старая оригинальная сборка. Попробуем с него. Вот у нас. Вот у нас Windows 2000, старый образ, попробуем его запустить на этом 160 гигабайтном жестком диске, на него попробуем поставить и также на этот новый привод. Этот оригинальный образ должен взлететь. Я не знаю, почему эта сборка с ошибкой скопировался, я не знаю. Просто он должен был записать. Ну что с тобой? Что с этой сборкой? Что с этой сборкой? И происходит перезагрузка. Перезагрузка нашего компьютера. Сейчас у нас должно запуститься установка Windows 2000. Здесь уже без ошибок прошло. И установка у нас продолжается. Перезагрузка ПК. Запуск Windows 2000. И вот у нас запуск Windows 2000 Professional на основе технологии NT. Надеюсь, никаких ошибок не возникнет при установке, и мы сумеем поставить нашу операционную систему Windows 2000. Я просто на это надеюсь. Мы ведь устанавливаем на другой жесткий диск и с другого дисковода. И все USB-порты я отключил. Все USB-порты, которые есть у нас. И не должно не возникнуть никаких ошибок. И у нас только клавиатура подключена по PS пополам. Ну, надеюсь, все выгорит у нас. А та сборка просто, я не знаю.
Я просто не знаю, что с этим диском не так. Я все установил правильно. Почему ты с ошибкой скопировался? И почему наша установка не была продолжена? На этом этапе он просто завис. Я ничего не могу делать. Я меняю раскладку, но ничего не помогает. Никакие клавиши не работают. Завис на этом этапе. Просто висит и все. Вот хоть что делай. Ничего не помогает. Может быть, он 160 гигабайтный жесткий диск не видит. Может быть, он с дисковода не считывает нашу информацию. Я не знаю, что делать. Он завис. Он просто завис. И что делать? По несколько часов устанавливать? То этот диск проблемный оказался. Этот диск записал все, ошибок не было, но он в итоге этот диск просто не прочитал его. Другой на другой диск записал. И эту сборку он не прочитал. А теперь он вообще с нашего того диска, который мы ставили операционную систему в прошлый раз, он на этом этапе просто завис. Что не так? Может быть, он привод? Этот привод какой-то экзотический, и он не хочет читать наш диск? А может быть, наш жесткий диск какой-то проблемный, и он его не считывает? Я уже не знаю, что делать, друзья. Я уже ничего не знаю. Что с этим поделать, а? Ну что? Как? Как мне быть? Почему? Почему ты не определяешься, а? Ну что такое? Что такое? Переместить, закрыть можно только. Переместить. Ничего не работает. Ну ничего не работает. Что делать с этим? Что делать? Ну не рано, включайся дальше. Где проблема лежит? Где с тобой проблемы? Ну что такое? Завершение установки Windows 2000. Нажимаем готово, нажмем Enter и перезагрузим наш ПК. Готово. Теперь перезагрузка, и что у нас покажет? Какую ошибку выдаст? А может быть, загрузится? Повторное включение. И запуск Windows. Дальше. Windows 2000 Professional. Дальше что? Дальше что? Ну давай, только запустись, а? Ну только запустись. Ну давай. Запустись. Но нет. Ничего не помогло, друзья, ничего. На этом USB устройстве он у нас вываливается в ошибку. Замена жесткого диска, замена привода дисковода ничего ничем нам не увенчалась успехом. Ошибка — это синий экран смерти остался, и я ничего не могу поделать с этим. Эта ошибка не связана с нашим железом. Нам нужно попробовать только другую сборку. Ту сборку, которая у меня не запустилась. Возможно, с ним все запустится. Хотя здесь ничего гарантировать невозможно, друзья. Эта проблема осталась. И я не знаю уж, как с этим быть. Операционка у нашей Windows 2000 все-таки не загрузилась. И вываливается в этот синий экран смерти. Что делать мне? Что делать? Как решить эту проблему, а? Как же решить нашу эту проблему? Windows 2000 не запускается никак. Ну никак. Интегрировать USB драйвера? Хотя, не знаю, друзья. Я уже ничего не знаю. Подпишись, мой друг, на мой канал ты подпишись. И поставь ты мне лайк, если видео тебе понравилось.